Всех приветствую. Очередной день. Очередные работы над фреймбэком 21 века. Русским фреймбэком. И прежде чем собирать в оправы, я решил создать хоть какую-то, не точную, конечно, но кромку. И посмотреть, то есть стоит ли вообще оправы собирать. Тут, конечно, она получилась, кромка, но она не радует. Ну, пробник есть пробник, что тут от него хотеть. Но я думаю, что я доведу ее до состояния рабочего бритвенного. Да, конечно, не подарок. Да, конечно, не то, чем можно гордиться, и даже просто не то, что должно было бы быть, но все же. И второй вариант. Я тоже кромочку подсоздал, так примерную. Уже совсем другая картинка. Она еще будет поуже чуток. И уже, ну что значит, вот, да, вот старался именно делать. Это был уже, в принципе, не пробник. Это был уже вариант попробовать сделать что-то стоящее. Вот. Поэтому решаю начать сборку. Поехали. Так. Захотелось поделиться. Как бритва интересно работает. Она нарезает пальму на волосе многократно, распуская его. Блин, как же это показать, чтобы это было реально видно? Блин. Я сейчас попробую. Оп. Ну нет, ну ладно. Вот пошла пальма. Надо было дальше сразу взяться. Вот. 3, 4, 5. 6 завитков, 7, 8, 9. Такого цирка я еще не видел. Блин, отрезал. Ничего, нет. Цирк, да и только. Нет, пяточка она слишком агрессивна. Она не хочет настраивать. Оп. Что-то все. Произошел сбой в системе. Потому что обрубить волос легко. А вот растрогать его в хлам на завитушке. Это, блин. Ох. Пошла. Тут, конечно, нано видео какое-то нужно. Ох. 9, 10, 11, 12, 3. На 13 сломалось. Нашелся взгляд к уху, да? Это вот эта бритовка. Коробку берем волосатую. Я ее собрал. Собрал ее одну. По причине такой, что что-то меня мотнуло в сторону гравировки. И тот клиночек, который поменьше размером, я его окунул в битумный лак. Потом начал вспоминать, сколько же он сохнет. Думаю, блин, часов 10. Нет. Залез в интернет, там говорят 20. То есть до завтра. В итоге пришлось собирать одну бритовку. Вторая. Вот такой вот, в таком вот положении, как говорится. А эту собрал, заточил, посмотрел, как затачивается. Как затачивается бритовка с разной шириной. Видите? Оказывается, по барабану ей. Какая там ширина, разная или не разная. И тут я вспомнил комиссори. Думаю, блин, как же я комиссорить затачивал легко
и непринужденно. То же самое показал вот этот вот фреймбэк. Заточка, как всегда, у меня в последнее время какая-то она интересная получается. То есть ширина вот одна изначальная. По всем камушкам гоню, гоню, гоню. Одна и та же ширина. А на финише, то есть финишный камень финиширует не на всю ширину вот этой предыдущей заточки, которая была сделана изначально. И поэтапно переходила на более мелкие варианты. А финишный камень почему-то берет только половину. Странно, да, вот? Только половину. Как так происходит? Надо будет обдумать. Потому что у меня такое ранее не случалось. Вот так. Вот так. Готовенько одна бритовка. Ну что ж, будем ждать завтра. И смотреть, получится ли из меня хоть какой-то художник. То есть попробую нарисовать хоть что-то на бушке и это так приличным образом протравить. Пока все. В общем так, переточил я эту бритву. Переточил по той причине, что меня напрягало вот это вот, что на волос вдоль строгало уже больно как-то. Ну подозрительно, было. Я сейчас сделал уже, то есть я не знаю, как она брила бы, и поэтому сделал заточку такую, от которой вот волос просто издалека подносишь на большом расстоянии, и она отпадает, то есть вот на таком расстоянии подносишь там, и он просто касаешься, он просто отлетает. Заточил так. Все. С этой бритовкой все. Буду ждать следующего захода. Сюда как бы так вот, чтобы попробовать сделать рисунок на той второй, которая сохнет там. И попробовать произвести вот на этих вот гранях хоть какие-то узоры травлением. Буду очень надеяться, что мне это получится. На этом прощаюсь. До следующих встреч. Увидимся.